В Египте распространяются газеты такие? Нет, сейчас это нет. Вот, на перспективу надо работать. Вот все самолеты летают из России в Египет. А вот председатель профсоюзов авиадиспетчеров России. Да. Ковалев Сергей Анатольевич. Но только в Египте немного говорит по-русски. Вот он, только мало. Вот он, чтобы авиадиспетчеры хорошо работали, без авиадиспетчеров ни один самолет не полетит, в том числе и в Египет. Для этого есть профсоюзное движение, и очень эффективно Сергей Анатольевич Ковалев руководит профсоюзной работой. Ковалев. Давай. О, вот чувствуется, уже, видишь, как у нас интернациональный. О, эту газету уже будет. Вот. Из разных стран приклеивал. Раньше только мы с тобой вдвоем. Вот вы переводите на арабский язык, или на английский, или на французский, и туда. Сейчас на русский, потом, да, вот, потом. Вот, сейчас я не могу все понимать. То есть вообще без плана работаем. Ему, чтобы окрепнуть, надо пока питаться из семечка. Примите нового товарища. Да, какие-нибудь работы. Закоптись. Ну чего? Ольга. Я хочу сейчас разбирать. Ирисы. Вот они. Это какие-то дикие ирисы? Семидоли какие-то вот у них тут. Надо их расщеплять вот так, по одному. Ну, я вот по две походила. Угу. Смотри, короче, я вот специально грабли принесла. На ирисах? Да, вот так. А, вот. Дырочки делать? Раз. Она так глубоко, да? Ну, нет, не обязательно, просто что пальцем не ковырять. Ну, понял, да. Я же инженер все-таки. Последние штрихи мастера. Ну, еще не последние, но новые. Последние штрихи у Антона. Да, свалил.